всем привет! С вами я, Александр Сычков. И в этом видеоролике я играю в Warface. И это наша вторая часть нашей игры. И мы сегодня открываем коробки с золотым диглом. Берем сначала две коробки. Они нам выпадают. И берем еще две. Третью у меня не хватает. Ну, ладно. Так, все. Так, открываем. Нам выпадает. Что же нам-то выпадает? Так, ну нормально, как бы выпало все. Это нормально. Так, ладно. Вот так вот нам выпало. То есть мне... Так, давайте проверим оружие. Так. Ну да, стреляет нормально оружие. Вот так. То есть сегодня мы поиграем в игру. Мы сегодня будем играть в задание, мы будем играть в PvE и в PvP. Ладно. В общем, сейчас сыграем. Так, проверяем сначала все оружие. Вот у нас там грузится наша карта, на которую мы будем играть. Она загружается и нифига что-то. Так, ладно. Короче, мы просто ждем того момента, когда загрузится карта профи. Так как я профессионал, я играю только на профи. Да. Так, давайте посмотрим, что здесь. У меня все перчатки, все маски, все бронежилеты, все у меня навсегда. И куплены они все за короны, так что давайте вот начнем. Мы уже начали. Давайте я напишу. Так. Я снимаю на YouTube. Чтобы вы видели то, что я реально это пишу. Так, вот моя команда. Тут еще есть парень с такой же маской, как у меня. Так. Ну что, поехали. Че? Сыграем сейчас. Так, выходим. Так, выбегаем. Стреляем во врагов. О, первый раз убил. То есть, вообще первый раз убил я в этот матч. Так, окей. Первый раз убил, значит, сейчас будет убийство. Окей. Так, ну что ж, пошлите дальше. Так, побежали. Так, еще одно убийство. И еще одно убийство. Вообще идеально, ребят. Так. И дальше мы играем в PvP нефтебаза. Ребят, я в прошлом видеоролике играл уже в эту PvE миссию. И я решил в нее переиграть, да. И, в общем, сейчас мы... это сделаем. Мы переиграем в эту миссию, и я, ну, попробую хотя бы затащить на этом матче, короче, я попробую затащить. Ну, как получится, в общем. Так, пока что все идет нормально, и я тащу, ну, нормально, то есть, так. В общем, ребята, не забывайте заходить на Nubuzz у сайта.про, а также у меня открылся новый канал на YouTube. Называется Nubuzz 2. Это мой резервный канал, на котором я буду выкладывать видео. Не такие, как на первом канале, но тоже интересные. То есть, если хотите, заходите. Ссылка будет в описании. Итак, мы продолжаем нашу игру. Убиваем в подкате. Так, мне вообще-то вообще нравятся подкаты. Вообще, мне Warface нравится. Потому что... там реально есть такие функции в игре, которых функций нет в других играх, типа Battlefield, Call of Duty, да и во всех других. В общем, игра полностью, ну, другая. Даже Escape from Tarkov, что-то я при неё стал постоянно говорить, я даже не знаю почему. В общем, даже там не сделали такую игру, как здесь. То есть, здесь есть ранги, здесь крутая игра, полигон есть,
есть специальные миссии, а также вы просто можете подкатываться к врагам и убивать их во время подката. А еще очки дают за то, что вы убьете с подката в хедшот. Такое тоже бывало у меня. Ну, так как я профессионал в Counter-Strike Global Offensive, здесь что-то мне не так уж и везет, как в Counter-Strike. Ладно. Ну, вообще, вы, конечно, знаете то, что ну, нереально играть в Counter-Strike без... то есть, без ничего. То есть, вообще, я всегда монтирую свои видеоролики, так что кажется, что я вообще идеально играю на картах. И вообще это не отличишь от профессионального игрока. Но на самом деле тоже убивают меня, как здесь прям. Тут я особо не монтировал видео, поэтому получилось ну вот как-то так. В общем, ладно. Убиваем одного, он нас убивает. Так, спавнимся. То есть в этой игре я не профессионал, ну... Точнее, я профессионал во всех играх, шутерах, но не такой профессионал, как в Counter-Strike Global Offensive, то есть какие-то все-таки различия есть. Может, я пройду на сложном миссию, без, вот, без убийств, чтобы меня не убивали. Но профи я не пройду, потому что я не такой профессионал, я не знаю всех таких вот приколов в этой игре, там, которые знают другие игроки. И вот мы переходим к игре, которая называется Вилла. Это, ребят, новая карта, кто не знает, она вышла в обновлении. И вот так вот мы сейчас... Я вот сделал вот так, чтобы видно было, вот как я играю. То есть... Вообще, я там долго бегал, поэтому пришлось как-то вот так. Эта звуковая дорожка записана уже после того, как я поиграл. Потому что, когда я играл, тогда не записывался почему-то звук. Я не знаю почему. Поэтому пришлось как-то вот так вот как-то делать. Ну, вот убиваешь там кого-то на карте. В общем, это блиц-игра, кому нужно, можете посмотреть. Ну и что ж, я вам могу сказать. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Не забывайте заходить на мой второй канал Нубас. Очень крутой канал, там будут реально крутые видео. Ну и в общем, что я еще могу сказать? Всем удачи и всем пока!